YouTube. Всем доброе утро, и это моя кошечка Чоки, а это я, Лада. И вы попали на мой канал, и сегодня для вас я хочу снять My Morning, это мое утро. Так что... И свое утро я начинаю с уборки моей кровати, и поехали. Вот и все, я убрала мою кровать, моя кошечка Чоки так и спит. И поехали умываться, чистить зубки. Вот мы уже возле ванной, открываем двери. И первое, что мы видим, это ванна, возле которой лежит коврик. И стоят разные такие цветы, растения, и посреди них стоит такая полочка с полотенцами. Потом тут заново идут два цветочка, разные свечки, ракушки. И потом идет наш красивый унитаз. И вот такие вот привет. И такие вот две раковины. Вот это и все такой рум-тур по ванной. И вот я уже на моем любимом месте. И сейчас буду чистить мои зубки. И хотела вам рассказать отдельно про мою пасту, потому что она очень полезная, она экологическая, вот Хималая, какая-то такая прикольная паста. Сейчас вам покажу, какого она вообще цвета. Цвета она не такого, как все, она не такая белая, как Colgate или Oral-B. Она такая вот... какая-то молочная, коричневатая, вот такого вот прикольного цвета. И она мне нравится, по вкусу ничем не отличается от других паст. Просто она полезнее для зубов. И поехали чистить зубки. Теперь я буду прыскать волосы вот такой вот штучкой. Это от Schwarzkopf Gliss. Это как бы кондиционер, и это для ежедневного использования. И поехали. И несколько шиков, и после этого я расчесываю волосы. А, вот такой вот расчесочкой. Это такое вот яичко. Это что-то от Tingletizer, только в мини-версии с магазина Reverset или Reservet. Не знаю, как правильно произносится. Но не важно. После того, как мы расчесали волосы, мы с вами завязываем хвостик. Вот я уже и в хвостике, и сейчас я промою свое лицо моим тоником с фирмой Liren. Это польская фирма. Это тоник увлажняющий с огурцом и алоэ. И почему не водой? Потому что вода, она не полезная для кожи, и потому что она пересушивает кожу, а тоник наоборот дает коже влагу. И вот я уже промыла свое лицо тоником, и пошлите уже одеваться. И вот то, что я сегодня одела. Я решила одеть вот такое спортивное платье с моим любимым капюшоном. И поехали завтракать. Вот, ребятки, я уже завтракаю. Это блинчики с малиной и взбитыми сливками. Приятного. И вот мы с Чоки уже на улице, и она уже хочет идти. Чоки. Чоки. И на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Заходите на мой аккаунт в Инстаграме и тоже на него подписывайтесь. И на этом все. Пока!